Жители села Часур Авюрского района попросили главу Тувы снять возрастные ограничения для участников животноводческого проекта «Кыштаг», сообщается на официальном сайте правительства республики. О таком же шансе всего за год обрести крепкое хозяйство мечтают и люди более старшего возраста, те, кому под 40 и больше, которые не хуже молодых, мотивированы на собственное дело. Шалбан Караул пообещал изучить возможность расширения возрастного ценза для участников проекта «Кыштаг». По его словам, акцент на молодежь был сделан из необходимости ориентировать помощь на самые незащищенные слои населения, у которых нет ни профессии, ни даже жизненного опыта, как у старших.